И всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте теперь начнем ролик. Подпишись на канал Макс Риск, от него подписываться. Он писал мне тут вот нам всем писал завтра новый ролик. Киев, Москва, вот там там. В общем-то скоро у него ролик, даже уже вышел этот ролик, потом я буду. Вот, значит, под этим роликом и под тем роликом, который вы смотрите, лайк ставьте. Закреплен комментарий, социальные ссылки на ТикТок, лайк канал, ВК, Инстаграм, официальный канал его. Поддержите его, он реально монтажирует очень хорошо. Итак, переходим, значит, к ролику. Всем привет, меня снова зовут Макс Риск. Сегодня расскажу про обнову. А вот о том, что гайд, о том, что обнову пока что еще нету. Так, вы знаете, как сейчас действовать, нужно сразу отправляться. Скажите, а что случилось, что где, почему обнову нету? Ух ты. Ну, так потому что, наверное, модификация новая, слушайте. Слушайте, реально модификации добавили. Стали мультяшные. О, это защит деф. Кстати, у меня прокачаны они персонажи. Да, некоторым модификации прокачиваются. Так, отправляем. Не, ну реально модификации прокачиваются. То есть есть обнова. Вот она заключается. В общем-то, я посмотрел. Ничего не писали, а тут вижу, что обнова. Так, по паузу, но обнову есть, друзья, я вас обманул. Вот, значит, вот и модификация, просто украшение, даже вот, вот украшение прям сделали так мультяшно, что капец. Есть обнова, но такая себе, ну, мультяшно. Для... Ну, да, для детей, в принципе, тоже сойдет. Да, также они еще подарки раздают в Дискорде, в официальный Дискорд. Канал легко найти, так что и Дискорд тоже можно найти. У меня тоже есть свой Дискорд. Да, прикольный даже. Да, сам собственный Дискорд. А там у них еще банда, капец. Так, друзья, сегодня я вам покажу вам гайды. Рассказал про обнову. Возможно, не все обнову. Нужно тут поэкспериментировать, узнать. Так, тут, значит, у нас ничего нету. Заберу-ка я предметы, эти награды. Что, что-то в герои добавили, кстати, давайте узнаем. Клан, ну, у нас посмотрим, как еще клан посмотрим, ничего там такого. Так, пожертвуем. Ну, вроде бы декорейшн есть, или мне так кажется. 10к вроде бы как-то увеличили непонятным образом. О, по миллиону уже отнимает, друзья. Вот нового обнова отнимает уже два раза больше. Так, чек-лист обратно. Пишет снова, я тут личка значит, не, ну, точно сундук забирайте с 10 000 наградами, даже полезно. Так, как начать героя? Ну вроде что бы улучшили, вот реально прокачивает. Окей, в принципе. Ух ты, ты я качу прокачивал, да ладно, что-то мне не вспоминается. Да реально что-то нового добавили. Ну, то вроде дали какие-то наушники новенькие. Мне просто кажется, я просто все недооцениваю. Так, вот всех смотрели. Угу. Так, а что новое? Да, такого не было. Смотрится. Стоп, он потихоньку идет. Похоже, модификация была тоже анимациями. Праздник есть праздник. О, это ж новое. По стеклу ударил. Такого не было раньше. Раньше, о, да, изменился. Раньше он был бил здесь, вот сейчас, о, да, бьет. Они, ну, лицо изменили, кстати. Да, что-то реально новое, друзья. Что-то реально. Так, ну ты был, так и остался, нормально. Мы оценим, да, обновлено. Прям как-то быстро, как-то по скорости. Знаете, я тоже хочу себе такие штуки. Кстати, покажи. О, блин. Кости. Ой. Как это сделал? Слушай, пробовал. А, я понял. Кто тебе подавал это все? Ладно. Так, так, так.
Ой, а что новое? И все? Раньше такого не было. Он как-то сидел здесь, как я помню. А теперь какой-то. Ой. Не зря ролики записываю, да? Да, другой бог как-то коротышка. Дун-дун-дун, он такой еще мастерский показался. А, думаю, вообще топовый, да? Мультяшный такой, капец. Что скажу? Это хорошо, что хоть и не начали. Да, это очень хорошо. Так, это производим. Вон. Да-да-да, крутая. Это классно, что тут даже есть такое. Сори за шум. Как-то микрофончик слишком ближе ко мне подставил. Зато слышно хорошо так. Так, а тут, как мы видим, уже нету наград. Так что чем раньше начинаете играть G-Vapes, тем лучше. Тем более можно так захватить, потом посмотреть целую карту, в принципе. Стоит, блин, продолжать. Вон даже тут уже пасхалочка, что. Все, они уже там живут. Да. Посмотрим еще одну обну. Возможно, тут я еще найду такое сильное. Например. Ну, если так считать, то. Ух ты! Открытие сундучков. Нет, а потом уже. Ну, диски тут прекрасные. Реально сила. А, это коллекция. Где их беру, где их покупаю? Здесь, у этих барышни. Кстати, прикольная акция. Что это такое? Десятка. Давайте возьмем все же. Бывают такие акции прикольные. 20 акций. Что же будем использовать? Что мы пустим? Давайте. Усиление, ускорение. Нормально. Все, сейчас будет богаче. Богатый наш народ. Да, также вы не видите аватарочку. У меня тоже это стоит Капитан Эрик. И именно ютубчики тоже. Вау! Вот одно, точно. Вот то чисто, что со мной. Как будто я ночью играю эти вейпс, а я там сам сплю. Реально. Если честно, да, США как-то поприкольнее. Так кто? Ух, как... Ох ты, немцы. Прям все флаги, слушайте. Войска. Ступение о действия. Заклады. О, закладки. Можно укрепить закладки. Так, кто тебе лайки ставил? Вон теперь инди, все видите, кто-то что такое инди. Детали. Так, ну это ж не все еще. Может что-то еще давали? Да, реально, банда. Вот нам, блин, мне уже. Давайте создаем банду. За 400, знаете, я как-то уже передумал задавать. Так, вступлю, может пропиарю тут. Давай, вам вступил вроде. Банда. Да, вступил, отлично. Так, может быть тут лента. Лента покажите. Ну да, что есть. Испытания, в общем-то. Как-то уже не хочу быть фанатом испытаний. О, давай начнем, ё-моё. Ё-моё. Не сражаться. Пацаны, к нам давайте. О! Может, нам нужно больше, больше. Отлично. Е-е, будем побеждаем их побором. Интересно, катка будет сегодня, как я понимаю. Сложно нельзя, там что-то написано непонятно, о чем мы сразу будем атаковать. Что написано, кстати? Сложности нельзя менять до конца этого испытания. Но это ясно. Тем более, давайте атакуйте. Как-то не знаете, они по-брому идут сюда вот, а сюда никто не идет. Знаете, вы можете так пешком идти? Да? Стой. 4 орды. Шикарно просто. Если честно. Вы так бесконечно будет тратить. Если это... Да, друзья, то это реально отличный баг. Типа того. На базу нельзя вам.
Спасибо. Очень классная идея, друзья. Бесконечность. А, я понял. Ладно, попробовать. На 500-ку. Сейчас будешь так наиграешь, что капец. Ой, кому-то гости. Это прикольно, если сейчас добавили. Бах, все же нет такого бага, ну ладно. Все, домой давайте всем. Заканчиваем. Хватит, думаю, сегодня. Всем за просмотр, с вами Макс Риск. Это был веселый день, вам понравилось. Новая модификации, не знаю, куда они будут стремиться, но говорят, что время покажет, так что ждем. Да, всем удачи, пока. А, точно, заберу. Банан спецулучшение. О, отлично. Так, я только рад. О, кстати, можно вас отправить куда-то. Да, то можно и отправить. Так, у меня сейчас тут время пишется, то, что нужно. Ролик загрузился, я должен с ним быть точно. Сейчас. Понял. Заканчивай, пожалуйста, попробуем. Так, давайте как-то все. Ну чё вы мне стесняетесь? Ну, типа, по-моему, давай ещё. Ладно. Придется искать местечко. Есть местечко. Так. Так. Отправляем всех в полную программу. Но. Потом мы находим войку, если можно. Знаете, типа, тактика. Хоть это работает, кстати, хоть это мне рад. Железно, на первоуровневый. О, сработало. Тут чувак один стоит. Нормально, все. Всем за просмотр, с вами Макс Рис. Всем удачи, пока. Да, и пока.